Государственная авиационная служба Украины 6 мая распорядилась приостановить прием и вылет всех авиарейсов из Донецкого аэропорта. Такое решение было принято в связи с обострением ситуации в этой области. По распоряжению Государственной авиационной службы прием и отправка воздушных судов из аэропорта Донецк временно приостановлены. Вся актуальная информация о статусе рейсов находится на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Как только ситуация изменится, мы незамедлительно об этом оповестим. В данный момент о причинах, либо о прогнозах развития ситуации я не в состоянии комментировать данный вопрос. По этому вопросу вам лучше обратиться к представителям Государственной авиационной службы Украины. На данный момент на табло аэропорта можно увидеть, что все рейсы отменены, кроме следующих в Киев. Как пояснили в аэропорту, самолетам разрешили вернуться на базу. Ранее 2 мая было приостановлено воздушное сообщение между Донецком и Москвой. Напомним, уже несколько недель в Донецкой области продолжается противостояние между пророссийскими активистами и сторонниками независимой Единой Украины. Кроме этого, в регионе ведется антитеррористическая операция украинской армии против сепаратистов. На данный момент бои ведутся в городе Славянск.